яркий свет нам на руку. Ты права, Грейс. Тут подумал, у антифриза поди срок годности есть, а у меня целый грёбаный склад. Это твое мнение. Можно передохнуть. Когда не пристегивался, нечего и начинать. А я как-то пробовал горного льва. На вкус как киска. Дошло? Горный лев, он типа кошак ведь. Если наткнемся на блокпост, будь осторожен. Давай, Бошоу, зырь во все глаза.
есть свое место и время, и это не оно. Чую, пасет циркванутыми. От этих церковных гимнов башка трещит. Ни хрена не круто. Ты лучше, чем стреляешь. Шутка. Я только учусь общаться с людьми. Люблю ясные дни. Хорошая... Помощник, слышал, ты идешь по зацепкам Вёрджила. Доступ к насосам перекрыт, но у Вёрджила есть выписка из плана строения. Повезло, что он бывший мэр. Ты можешь пробраться внутрь по водопроводу. Тебе нужно найти синие трубы. Иди вдоль них и выйдешь к насосам. Будь осторожен, в воде может быть много блажи. Прикрой, я иду. Прикрой, не заряжаю. Опять переберусь туда! Адреналинчик. Я как под кайфом. Акула, я удивлена, что мы еще живы. Могло быть и лучше. Ты бесшумно и смертоносно. Словно самый токсичный шепоток. Сложно стрелять.
помощник. У меня коленки дрожат. Меняю позицию. Меняю позицию. Отсюда ни хрена не сделать. Ты остановишь воду, но не остановишь блажь. Я пошла. Нужно найти обзор получше. Ну хватит, уже хватит за сегодня.
иду. Ну что, прокатимся? Мы выжили! Зло. Только не эдемское. Говно. Можно передохнуть. Пошел, готов.
Одной ногой в могиле побывал. Никогда не пристегивался, нечего и начинать. Ты в курсе, что дельфины разговаривают? Имени друг друга называют щелчками своими. А мне интересно, какие у них... Зырь во все глаза. Тут опасно. Я иду. Что происходит? Не думал, что буду борцом за свободу. Я тебя вижу! У меня вся жизнь пролетела перед глазами. Как в рэп-клипе. Куча денег, гламур ликур. Красотки от меня попами трутся. Хорошо, я пожил. Меняю позицию. Отсюда ни хрена не сделать. Свет очистит твои грехи! Мы застрелим тебя на месте! Пойду к пулемету! Что это было?
Что? Мы не отступим. Поняла. Орвите все! Продолжай! Прикрой! Иду! Хорошо! Разнесем тут все! Ну, удачи! Удачное место. Сменю позицию. Плен не брать! Под обстрелом! Черт! В меня стреляют! Черт! Меня ранили! Я ранена! Помоги мне! Я под обстрелом! Классно! Черт! В меня стреляют! Кровь хлещет! Меня тут прессуют! Я ранена! Черт, помоги! Больно! Убью. Господи! Неудивительно, что они попали в моего кормильца! Цель-то здоровая! Кровь! Черт! Ай! Ой! Черт! Меня тут прессуют! Позови врача! Эй! Помираю! Я умираю!
Слышь, я сейчас сдохну! Нет! Помоги мне! Помоги! Кровь хлещет! Узнаю, что это было. Спаси! Помоги мне! Мы свободны! Спасибо. Спасибо за все, что ты сделал. Теперь пора разобраться с Иосифом. Будущее за нами. Ты делаешь хорошее дело. Надо быть начеку. Все только о тебе и говорят. Я это сделаю ради семьи. Вера лгала до последнего. Ни на секунду нельзя расслабляться.
если наткнемся на блокпост, будь осторожен. Выживальщики как белки. Наберут барахла. И довольны. Мне похрену. Только не жди, что я на твою церемонию приду с гуакамоле. Захочу, приду с мороженым. Это Америка, детка.
теперь хрен достанешь. Сектанты все себе загребают. Дельфины спят, у них половина мозга работает. Подплывает к ним акула, а они такие: сюрприз, сука! Охотиться это легко. Да ладно, Грейс. Я рада, что ты оказался рядом. Всю мою команду отдали на растерзание волкам. Повезло, что меня не забрали. Я изучаю судей уже несколько месяцев. Мутная история, по правде говоря. Если вкратце, Иаков и его солдаты накачивают бедных волков каким-то наркотиком. Я не знаю, каким, но он превращает их в машины для убийств. Похоже, сектанты знают, как заставить волков слушаться. Я видела, как судьи выполняют их приказы. Самое жуткое, что волками эксперименты не ограничиваются. А вдруг после смерти ничего нет? Ну и что, больше ничего. Черт, нужно сделать футбол. С этой фразой. Молодцы.
настоящие дикари, а я без благ цивилизации дня не протяну. Нужно быть... Противник! В школе нас к такой херне не готовили. Правда, я не доучился. Нельзя быть таким беспечным, акула. Ждет. Армия научила меня импровизировать. В тот день, когда ты скажешь больше 6 слов подряд, я устрою настоящий праздник. Открою шампусик. Эй, прикройте! Надо перезарядить! Переберусь туда. Заряжаю. Ладно. Могло быть и хуже. Ты такая же крутая, как яйца вкрутую. С ума сойти. Спускаюсь по тросу. Господи, здесь так жутко. Так, открывай ворота, и мы начнем. Твоим друзьям лишь бы пострелять. Лучше, если ты пойдешь один. Ни хрена не круто. Не вижу судей. Их нужно как-то заманить сюда. Есть идея. Колокольчик.
Возьми тренера и брось тело в кормушку. Рефлекс сработает, вот увидишь. Они услышат колокольчик и прибегут. Пока каждый новый день хуже предыдущего. Вот это я понимаю. Запчасти теперь хрен достанешь. Сектанты все себе загребают. Акула, твой юмор мне не катит. Жаль, что луна такая яркая, может выдать. Ты права, Грейс. Это просто труп. Не время играть в недотрогу. С изолентой можно все, что угодно починить. Кроме семьи. Ну и дома, пожалуй. Акула, где у тебя кнопка мьют? Не люблю тишину. Появляется слишком много мыслей и воспоминаний. Хорошая мысль, но как насчет заткнуться? Мне никто не верит, а я точно говорю, я в том году видел НЛО. Акула, я тебя не расслышала, но меня это вполне устраивает. Охота, тоска, слишком просто. Да ладно, Грейс. А я все хочу сову увидеть. Помолчи. Эта пушка со мной с самого начала. Сейчас нужно сделать футболку с этой фразой. Вижу одного. Что за... Не спать, не спать! Я иду. Понял? Иду за тобой! Черт, больно! Не могу. Господи! Неудивительно, что они попали в моего корм... Цель-то здоровая!
Помогите! Твою мать! Что получилось? Скорее! Ладно, ладно, сейчас я спущусь. Не думала, что у тебя получится. О, ты только взгляни! Красавец! Спасибо! А, респираторные проблемы. Может быть, кто-то вдыхал. Дай-ка взгляну на тебя. Мех жестче и грубее, чем у обычных волков. Огромное тебе спасибо. Теперь у меня все, что нужно, чтобы синтезировать формулу. Вот, возьми тестовый образец. С его помощью ты найдешь этих тварей. Устрой тест-драйв. Говорят, волков тренируют в центре Клык. В округе появился человек, называющий себя солдатом. Он убивает наших братьев. Этот мир слаб, мягок. Мы забыли, что значит быть сильными. Раньше герои были богами. Теперь они безбожники. Слабые, жалкие, больные. Мы позволили слабым править сильными. И теперь удивляемся, что почему-то сбились с пути. История знает цену жертвам. Мы прореживали стадо, чтобы стать сильней. Раз за разом платили жизнями меньшинства за благоденствие большинства и выживали. Но забыли об этом. А сейчас нам пришел счет. Сейчас... Коллапс уже близко. И жизни меньшинства перевесят жизни большинства. И когда народ, не ведавший голода и отчаяния, познает безумие, придем мы. И мы проредим стадо. Мы сделаем, что должно.
Проредимся надо. Убей, убей, убей! Герой! Уокер, открой окна. Да, сэр. И вырубите долбанную музыку. Блин, это Салли. Давно он у них. Зачем нам это? Одни трупы. И все-таки проверь. Вечно я проверяю трупы. Твою мать! Что? О, черт. Тут живой. Уокер, подгони тачку. Да, сэр. О, боже. Прости меня. Помоги ко мне. Илай, это... Ага. Откуда здесь взялся помощник? Видно, Яков любит не только нас. А ты крепкий орешек. Мы тебя вытащим. Мы повезем его в логово? А куда еще? Тэмми будет недовольна. Не думай о Тэмми, она поймет. Ты что, в конец долбанулся? Успокойся. Мы с Уити решили... Ах, вы решили? Эй, я тут максимум наблюдатель.
Это глупо. И очень опасно. О чем вы думали? Что мне было делать? Бросить его. Тэмми. Он торчал там целую вечность. Люди потом меняются навсегда. Я знаю. Ему нельзя верить. А тебе говорили так же. К счастью, я не послушал. Это не обсуждается, он нам нужен. И хватит об этом. Понятно? Ты прав. Она все поняла. Вали! Меня-то за что? Я серьезно. Ты нам нужен. Отдыхай пока. Тебя Элай ждет. Иди поговори с ним. Я с детства ждал, что плохо будет. Так что мне теперь это все пофиг. Если слышите взрывы на H5, то это просто чувак решил потестить свой дурацкий РПГ. Отбой. Дурацкий РПГ. Я рад бы поболтать, но тебя Элай ждет. Мы следили за тобой, помощник. Да, что ты понравился. Ладно, давай к делу. Я знаю, что случилось на юге. Теперь отец будет осторожен, и это хорошо. Мы здесь совсем выбиваемся из сил. Если так будет и дальше, вряд ли сможем продержаться больше недели. Отчаянные времена наступили. Нам требуется больше опорных пунктов, так что я отправил парней в туристический центр. Сектанты устроили там хранилище блажи. Но ребята попали прямиком в ловушку. Их взяли в заложники, и время у нас на исходе. Если я отправлю за ними еще один отряд, мы рискуем потерять все. Но ты... Тебя эдемщики не ожидают там увидеть. Помощник, только ты сможешь с этим справиться. Только тебе я доверяю. Я рассчитываю на тебя. Только тихо. Стоит сектантам понять, что ты рядом, они всех перережут. На столе лук, он тебе пригодится. Освободи наших людей! Удачи! Помню, как мы охотились с Элаем. Как же это давно было. Нитраты аммония всегда. О, ты познакомился с Элаем? Теперь, если окажешься в горах, будешь обеспечен всем, чем нужно. Но я все равно буду за тобой приглядывать. До связи. Может, я была с тобой немного резка. Я не извиняюсь. Просто признаю. Я не доверяю чужакам. Но Элай говорит, что ты ничего. Пока что я буду считать так же. Покажи, чего стоишь. И мы с тобой подружимся. Вот в чем дело. Уити хочет включить пиратскую станцию. Элай, он сказал, что это поможет координировать действия. Но я думаю, он просто хочет ставить свою музыку. Мы так уж и быть разрешим. Беда в том, что он не может поймать сигнал. Нам сообщили, что сектанты глушат весь район. И сказали, каким образом. Похоже, два глушителя стоят на вышках, а третий у мобильного патруля, следящего за дорогами. Захвати две вышки. У нас будет сигнал, который покажет мне, где патруль. Я скажу тебе, где его искать. Сделай это. И, может, завоюешь мое доверие. Если медведь сам мясо не жрет. Не размажь меня по стенам.
Как говорил мой старик, есть только одна заповедь. Не попадись. Нитрата аммония всегда мало. Выживальщики давно были готовы к войне. Илай проследил, чтобы у нас повсюду были нычки. Пушки, патроны, все такое. Мало ли что случится, верно? Но так получается, что припасы нужны нам здесь, а не где-то в бункере. Не хватало еще, чтобы на них наткнулись эдемщики. В общем, ты нам очень поможешь, если достанешь припасы. Но загвоздка в том, что карты тайников у меня нет. Не спрашивай, почему. Безопасность, все дела. Возможно, у разведчика на вышке Джефферсона есть своя. Это на западе. Удачи. И береги себя. Ночью нужно остерегаться засады. О, да. Мы берем над ними верх. Я не срал уже 6 дней. Честное слово. Яков умеет промывать мозги. Хорошо, что мы успели тебя вытащить. Вяленое мясо – это вещь. Выживальщики знают в нем толк. Я как-то пробовал горного льва. Это Джесс. Джесс Блэк. Встретимся на лесопилке. Это Джесс. Джесс. Они просто хотели помочь. За что их так? Патроны кончаются, а новые достать непросто. Помощник, я хотел узнать, как ты там. На днях мы потеряли 2 патруля. Уокер, помнишь его? Парень, что заикался. Вот, он пропал без вести. Так что береги себя. Мы без тебя пропадем. Я под обстрелом! Я иду туда!
Ранена! Помоги мне! Черт! Меня ранили! Линчик, я как под кайфом. Акула, то, что ты все еще жив, позицию. Отсюда ни хрена не сделать. Помните, матери природе все равно, кто вы и откуда. Она уничтожит вас без сожалений. Выживут сильные. Так было всегда. Ученые подчинили себе природу и сломали нас. Теперь мы слабы. Теперь мы самодовольны. Теперь мы больны. Все ясно! Фермер сортирует их по определенным признакам. Он отбраковывает больных, слабых, убогих. Он действует без сожалений. Мы поступаем так же. Мы проредим стадо. Я пошла. Нужно найти обзор получше. Он отбраковывает больных, слабых, пока я бегаю.
Но действуй без сожалений. Мы поступаем так же. Мы проведим стадо. Найду позицию получше. Наш час настал. Это не случайность, не ошибка. История предостерегала нас. Меняю позицию. Римляне, арабы, монголы, вавилоняне, все они сгинули. И каков наш вывод? Империи рушатся. Больше предупреждений не будет. Этот коллапс последний. Мы подготовимся к тому, что придет. Мы подготовимся к новому Эдему. Идите к цели. Делайте все. Жертвуйте. И когда нам нет, мы будем готовы. Помните, матери природе все равно, кто вы и откуда. Она уничтожит вас без сожалений. Выживут силы. Я пошла. Нужно найти обзор получше. Ученые подчинили себе природу и споломали нас. Теперь мы слабы. Теперь мы самодовольны. Теперь мы больны. Разводя животных, фермер сортирует их по определенным и все будет как новенькое. Отличная работа, помощник. Сектанты дав... Это Джесс. Мы держали здесь наших людей. Морили голодом, чтобы провести свое обращение. И спасибо, что выручил Джесс. Поговори с ней. Она один из лучших бойцов, что у нас есть. Скоро след остынет. Кто-то должен помочь этим людям вернуться к родным. Спасибо, что спас. Я Джесс. Раз уж ты тут сражаешься с эдемщиками, то наверняка знаешь моего дядю Датча. Слушай, времени у меня мало, я перейду к сути. Я выслеживала одного из обожателей Иакова. Его зовут Поваром. Да, имя не очень страшное, но поверь, он конченый псих. Я почти его нашла. Но нарвалась на патруль эдемщиков. Помоги мне. Нельзя дать ему уйти. Этот тип перерезал кучу невинных людей. Нельзя, чтобы это сошло ему с рук. Идем. И так потеряли кучу времени. За мной. Сюда. Выживальщикам надо бы получше следить за этим местом. Выживальщики. Тьфу. Изображает из себя солдат. Его хочет. Ты же не из тех, кто ногти он обрезает и в коробку складывает. Заживо. Сучьи сектанты забирают всех. Они вытащат тебя из дома, из бара, из церкви. Им похер, где ты. А потом тебя определяют в одну из двух групп. Сильные и слабые. Иаков собирает армию.
И тот, кто не может или не хочет стать солдатом, умирает. Мне по кайфу, когда на стене оленья башка. Это как приходит к тебе такой кто-нибудь и типа, вау, круто, природа прям тут, на стене у тебя. Ты хоть минуту можешь не ржать, акула. Тут хозяйничает Иаков. У него целая армия. Может, поговорим о чем-нибудь еще? На севере вообще жопа творится. Без шуток. И есть еще тот, кого неудачное мы ищем. Место. Сменю позицию. Ома. Любимчик Иакова. Главный по очищению. Он поверил в... Черт! Меня дери! Все не так плохо. Так, почти на месте. Здесь куча выживальщиков. Похоже, у Херакова Сейда тут все схватит. Знаешь, где искать. Посмотрим, что тут. Тихо. Не высовывайся. Твою мать, его нигде нет. Зато я вижу пленных. Обращаются с людьми, как с животными. Держат их в клетках. Ну, понеслась. Только не шуми. Или пленников убьют. А, у этих глупцов и красить-то нечего. Не забывай глупые животные. Вот кто. Я тебя вижу, ублюдок! Же тихо ты не умеешь. Давай! Ты сдохнешь! Прикрой! Иду вперед! Найти и уничтожить! Плохо дело. Ладно, пошла! Мне никогда не выбраться. Будем сильными. Отсюда никто не возвращался. Не бросай нас в беде. Думал мне точно каюк. Спасибо тебе. Спасибо. Есть и другие. Их увели в горы. Пожалуйста, твари убьют нас. Что же нужно? Не надо терять надежду. Эй, пленники! Освободи их! Они нас всех прикончат. Будем сильными. Боже, прикройте! Ты вовремя! Спасибо! Держи, ты пригодится! Повыше! Спасибо. Он забрал остальных. Есть еще люди. В горы. Отличная и работа. Забрал их в горы. Мы отнимем у Иакова эти горы, я точно знаю. Мы перехватываем переговоры эдемщиков, и они не слишком счастливы. Теперь нас будут искать с вертолетов. Береги себя и не забывай поглядывать на небо. Он заставил их голодать. Не давал им ничего.
Даже воды. Их мучила жажда, и им пришлось начать пить свою мочу. Дети отказывались. Родители пытались заставить. Но детей рвало. Повар был недоволен. И тогда он вздернул родителей на столбах под палящим солнцем. Постой. Я что-то слышала. Их сейчас казнят. Иди первый, я за тобой. Помни, если они нас заметят, то убьют пленников. Потом скажете спасибо. Да, мне тоже не кажется. Будь мы их пленниками! Если б не ты, я бы погиб. Спасибо. Нас было больше в этой яме. Он сожжет их. Он сожжет их всех. Коллапс все ближе, но вы будете среди спасенных. Потом скажете спасибо. Вот они! Это нечестно. Чертовы психи нас всех убьют. Хорошо. Но иногда нужно быть жестоким. Почему я... Помоги, пока не знаю, чем бы все кончилось, если б не ты. Спасибо. Боже. Боже мой. Спасите! Это нечестно. Господи, за что мне это? Всем плевать, что с вами будет. Пожалуйста. Ты меня спас. Спасибо. Пойдем. Так вот, повар вздернул родителей и решил дать детям немного воды. И потом спросил, хотят ли они есть. Дети, конечно, хотели. Умоляли. Повар предложил им свинину. Они согласились. Он подошел к родителям, снял с них обувь и... начал считать. Один поросенок пошел на базар. Кровь лилась рекой. Повар широко улыбался, предлагая отрезанные куски детям. Скоро поросят не осталось. Он рассмеялся и поджег тела родителей. Воздух наполнился сладким запахом горящей плоти. Это невозможно забыть. Когда они перестали кричать, я осмотрелась, но он пропал. Растворился, как демон в ночи. В общем,
Теперь ты знаешь, почему он был. Подберемся поближе. Слабые, грязные, недостойные! Вот он. Сраный пух. Их души увязли в грязи! Твою мать, их уже жгут! Он приготовит их в огне! Один готов. Низко! Эта мразь заслуживала худшей участи. Готовься! Умри, грешник! Был прав. Повар мертв, и я ничего не чувствую. Я всегда хотела найти его, и вот я не знаю, что мне теперь делать. Дач во многом был прав, как оказалось, насчет секты Илая. Может, и тебя. Ты, если тебе нужна будет помощь, скажи ей. И спасибо. Спасибо тебе за все. Сопротивление получено.
получила новую партию снаряги. Говорят, там есть кое-что весьма полезное. Поняла. Иду. Сейчас буду. Я долго этого ждала. Я соскучилась по убийствам. Хорошо, что ты с нами, Джесс. Надеюсь, водишь ты лучше, чем стреляешь. Шутка. Я только учусь общаться с людьми. Я иду.
лесам. Здесь мы словно ближе к небесам. Заклинило! Прикройте! Хорошо! Я пошла. Нужно найти обзор. Получше. Для тех, кто подготовился, меняю позицию. Отсюда ни хрена не сделать. Out the sinners, we gotta keep out the hate.
Вы когда-нибудь смотрели вниз из себя? Что вы видите? На эту позицию получше. Леса, пустыни и бетон. Земля испещрена километрами бетонных узоров. Города. Современное общество. Вампир, сосущий кровь в меня. Это болезнь. Обои, вытягивающие из планеты красоту, силу, жизнь, ее можно истребить. Мы вернемся к истокам. Главный выстрел. Черт, снайпер! Вижу врага. Черт, пушку заклинило. Поняла. Поднажмите. Лада! Всем сочувствую! Захватил. Хорошо. Это же был лагерь подготовки сектантов. Устроим там наблюдательный пункт. Нельзя все так оставлять. Настало время. Эй, есть минутка? Отличная работа на радарной станции, но это не все. Похоже, они еще ведут трансляции. Нужно уничтожить антенны, чтобы это прекратить. Кажется, я видела три антенны на крышах. Захвати взрывчатку и подорви их нахрен. И поторопись, они наверняка знают, что мы уже здесь. Эту станцию давно закрыли, но вон там вижу новые антенны. Видать, отсюда Иаков и вещает. Бизоны клевые. И похоже, их тут все больше. Это о тебе Элай болтает без умолку. Рада, что ты с нами. Меняю позицию. Можно передохнуть. Поехали!
Я иду. Thank you.
Надо быть начеку. Не трать нервы зря. Следующая башня на северо-востоке. На утёсе с видом на отель. Если есть костюм КВО, он тебе пригодится. Только не разбейся.
Сменю позицию. Дело. Вижу цель. Еще жива. Тех, кто не разделяет его музыкальные вкусы. Может, ты заслуживаешь большего доверия. И если хочешь быть полезным, то в волчьем логове для тебя есть еще работенка. До встречи.